Пограничник Сергей Колмогоров намерен продолжить военную службу и добиться справедливого решения суда. Об этом он сам заявил на брифинге. Напомню, вчера высший спецсуд выпустил Колмогорова из под стражи и обязал суд первой инстанции пересмотреть это дело. Пограничника обвиняют, я напомню, в вымышленном убийстве. В 2014 году он вместе с сослуживцами обстрелял автомобиль на блокпосту возле Мариуполя. Погибла женщина. Военные утверждают, что дали водителю команду остановиться, но тот в ответ нажал педаль газа. Колмогоров также утверждает, что открыл огонь законно. Процентов 90. Фальсификация и тому подобное. Приказ у меня был остановить машину, остановить или задержать и досмотреть. А приказ стрелять или не стрелять в госпиталь Держприкордонслужбе, каждый пограничник для себя устанавливает сам, когда он находится в наряде, согласно 200-го приказа.